Региональная энергетическая комиссия устанавливает тарифы для населения с периодичностью установления этих тарифов раз в год. Отчетной датой для изменения тарифа у нас является 1 июля текущего года. Поэтому с 1 января 2015 года тарифы для населения у нас не изменялись и остались на уровне 3 рубля 50 копеек для большей части населения с соответствующими понижающими коэффициентами, с коэффициентом 0,8 для жителей городов, имеющих электрические плиты, и с коэффициентом 0,7 для жителей сельских населенных пунктов. Тариф с 1 июля, который установлен еще в декабре прошлого года региональной комиссии, составит 3 рубля 83 копейки. Никаких дополнительных изменений тарифа для населения в ближайшее время у нас не предвидится, и тарифное регулирование не предполагает изменения тарифа для населения, которое влечет за собой изменение платы граждан более чем одного раза в год. Соответственно, никаких резких изменений у нас ни в Вологодской области, ни в Российской Федерации не будет. Действительно, на сегодняшний день находится проект постановления правительства на рассмотрении в правительстве Российской Федерации. Он предполагает изменение тарифного регулирования, но население это не коснется. Это касается только расчетов между территориальными сетевыми организациями и расчетов между гарантирующим поставщиком и сетевыми организациями. То есть это те тарифы, которые происходят внутри регулируемых организаций, но организаций в рамках территориального сетевого рынка и в рамках гарантирующих поставщиков. Население это никоим образом не коснется.